Всем привет! Сегодня у нас такой обзор праздничных продуктов к именинам. Завтра день рождения у меня. Купила немножечко продуктов. Где домой, где на работу. Сейчас быстренько пробежимся. Торт сама печь поленилась, честно говоря. Решила в этом году покупать. Детей нету, были бы дети дома, я бы испекла. А так, вот такой творожный купила. Тортик. Сколько он? 370, что ли, рублей стоит. 700 грамм здесь. Это я купила девчонкам на работу. И вот такой купила персиковый. Здесь 650 грамм. Чуть дешевле стоит. Это купила нам домой. Вот. Также купила, что еще на работу? Пачку чая девчонок угощать буду. Конфеток хороших таких. Фруктиков, апельсины, яблоки, бананы. Тоже где-то нарезочку сделаю. Стакашки вот такие вот взяла, чтобы шампанское наливать будет на работе. Вот. Так, сыр вот тоже взяла. Сыр российский. Не знаю, не пробовала. Такой попробуем. Сразу вот такие одноразовые тарелочки у меня тоже дома были. Возьму их с собой завтра на работу. Ну, чтобы тортик накладывать там. Чтобы тарелочка у каждого своя была. Так, дальше что я еще сегодня купила? Такой плавленый сыр. Хочу попробовать сделать бутерброды, на багет намазать сырок, ну и что-нибудь сверху положить. Попробуем, не знаю. Так, Ваня пиво, две баночки. Молочко, домик в деревне, 3,2% жирности. Это тоже на работу девчонкам чай пить. Так, увидела крышки. Сейчас сезон закаток начинается, поэтому... Идет уже точнее. Поэтому взяла крышек упаковки. Мне это за глаза хватит, еще и останется. Так, дальше масло. Бутылочку. Шампанское вот такое. Оно стоило когда-то 99 рублей. Сейчас оно стоит 139 рублей. Шампанское неплохое. Так, и минералочки. Бутылочку. Тоже холодненькое, чтобы попить. Батон. Ну и все. Такие у нас... А, Ваня еще себе взял... Айран. Пьет, сидит, кушает, пьет айран. Вот. Вот такие вот у меня были покупочки. Где-то ко дню рождения на работу, где-то для дома продукты. В общем-то, у нас сегодня был поезд, поход по магазинам. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня у меня день рождения. В общем-то, такая дата, которую вроде бы на широкую ногу не отмечают. Ну, как какие-то такие поверья есть, вроде бы как приметы. Поэтому, но совсем не отмечать я, конечно, тоже не могу. Я и на работу сегодня носила, угощала. Меня поздравили. И вот дома домашние, просто с Ваней вдвоем мы... Просто у нас будет праздничный ужин. Заказала я суши. Привезут так, как у меня день рождения, еще сверху в подарок будут суши. Поэтому суши еще через час будут. Я вам обязательно покажу. А сейчас я приехала с работы. У меня сегодня короткий день был на работе, кстати. Приехала с работы, почистила картошку. У меня картошки оказалось очень мало. Утром я сегодня в 6 утра замариновала куриные бедрышки. Они такие маленькие, наверное, бедра цыпленка. Вот. С картошечкой. Картошечки тоже немного, так как ее вообще немного в доме. Нужно с подвала привезти, с гаража. Вот. В духовке приготовлю картошку. Спросите вы, для чего тебе картошка, если ты заказала суши? Отвечаю. Завтра мужу на работу. Что я им положу? Суши на работу? Это мужик. Ему нужно покушать нормально. Поэтому буду готовить картошку вот с бедрышками. Наверное, только ради него. Ну и... Также я сегодня хочу сделать бутерброды. Никогда не делала бутерброды со шпротами, с багетом.
никогда не делала, поэтому сейчас вот буду делать. Купила вот такую вот штуку. Это, братцы, такая вкусная. Я уже прям попробовала ложечкой. Плавленый сырок со вкусом ветчины. Ой, такой обалденный. Прям вкусненький. Прям кусочки попадаются. Бекона, наверное. Свежий огурчик. Баночку шпрот. Открыла. В холодильнике у меня стояла стеклянная баночка со шпротами. Дальше у меня петрушечка. Ну и зеленый огурчик. Я его уже нарезала. Так, батон, багет я нарезала, подсушила прям буквально немножечко в духовке, чтобы он подсох. Сейчас я его достану, буду смазывать. Ну, в общем-то, готовить сами бутерброды. Так что давайте беру вас с собой на готовку. Я, как обычно, при параде. Сегодня вот такая я. Реснички у меня сегодня голубенькие. Было такое настроение, странно красить реснички голубой тушью. Хвост немножко прибрала, потому что жарко невыносимо. У меня на шее вот... Я не могу вообще с волосами, когда на шее у меня что-то лежит, я не могу. Так, ну ладно, будем с вами готовить бутерброды. Вечером просто сядем с вами поужинаем. Никаких торжеств... Ну, конечно, тортик я тоже себе купила. Нам, точнее, с вами один тортик я унесла на работу, второй тортик я купила для дома. Просто поужинаем, попьем вкусного чаечку. Ну, конечно, бутылочку шампанского я себе взяла, не без этого. Поэтому, как я говорю уже, еще раз повторяюсь, на широкую ногу такую дату не отмечают. Ну, так чисто символически с мужем вдвоем просто посидим, поужинаем. Вот такой у нас будет скромненький мой день рождения. Ладно, погнали готовить бутерброды. Батон нашей вытащила с духовки, немножечко подсушила его. И начнем. Я вот никогда не делала бутерброды. Никогда не делала. Вот хочу попробовать. Первый раз делаю. Все давным-давно знают, что это такое. Одна я не делала. Так, намазала плавленым сырочком. Огурчик. Так, сюда кусочек поменьше надо. Огурчик. Вот так вот. Ну и рыбоньку. Иди сюда. Моя хорошая. Вот так вот. Так. Ну и, конечно же, петрушечка. Правда, она немножечко у меня подвяла. Вот такой вот бутик. Я думаю, будет вообще прикольно. И все вот на такое блюдо я буду складывать. Прозрачное блюдо. Ой-ой-ой-ой. Вот такое вот. Сейчас наготовим таких бутербродов. Можно, наверное, было багеты не подсушивать в духовке, но я что-то решила подсушить. Так, а картошку с бедрышками я поставлю в духовку попозже, чтобы Ваня пришел, и все было свеженькое и горяченькое. Ой, петрушечка. О, красота же. Красота. Так вот. Так, ну все. Вот такое блюдо у меня получилось. И вот еще на тарелочке. О, петрушку не видела. Вот еще на тарелочке. Вот такие бутербродики я наделала. Ну что, сейчас, наверное, буду уже погружать в духовку нашу картошечку с курочкой. И ставить, жарить. Противень взяла. Немножечко масла сюда налила. Вот у меня картошечки, я говорю. Обычно я больше готовлю. Ну, в принципе,
хватит нам. Так, ложку надо. В принципе, хватит. Ваня поест. Он роллы, конечно, у меня суши любит, но предпочитает более такую конкретную еду. Тут картошку, мяско. Такое вот. А вот это я в 6 утра маринадом занималась. Вчера забыла вечером. Сегодня подскочила 26 утра. Ванну сбегала, да выскочила и давай тут мариновать. Это же мне еще на работу надо было накраситься все. Поэтому я быстро-быстро все закрыла крышечкой и холодильник убрала. Ну, как раз время уже 6 час. Так, все. Отправлять буду это дело в духовочку. Красоту такую. Так. Ну, у меня еще не остыло от бутербродов, от батона. Все. Так, на 180 градусов, ну, минут на 30 поставила. Да, мама, с днем рождения тебе. Так, вот такие от мужа цветы шикарные. Еще, говорит, на, говорит, тебе подарочек. Заглядываю, а там банка молока. Вот это пранк мне муж сделал. Вот это подарочек для Белочки, да, Белла? Вот такой вот подарочек. Нет, что-то тут еще подарочек. А ну-ка, давай-ка позыркаем. Что тут, какой-то посуду, что ли, подарил, купил? Угу. Явно хочет поменять кружки. Да, дома? Ну-ка, сними пакет. А, они на блюде. На блюде набор кружечек с чайничком. Ты прикольно. Гостей будем встречать такими кружечками. Белочке надо все обнюхать. Все. Симпатичная посудка. Да. Ну вот это, конечно, вообще подарок. Молоко. Ой, цветы. Цветы. Цветоченьки. Карточка с днем рождения. Солнечных мгновений столько, чтоб не счесть. Ярких впечатлений всех, что в мире есть. Радости и видения будут пусть с тобой. Так, красочнее, светлее станет миг любой. Такое поздравление. Спасибо, муж. Цветочки в вазочку поставлю. Don't say, darling, 'cause you'll fake it. Don't hide the tears, 'cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. Ну что, девочки, доставка наша пришла. Роллы нам доставили. Роллы заказываю в Бонзай. Кстати, сейчас покажу. Как всегда, они вкладывают наклеечку. Такая вот наклейка. Не наклейка, а магнит. Здесь у меня уже, смотрите. Так, раз магнит, два магнит. Вот третий уже. Еще нам три магнитика надо собрать. Собери все магниты, а потом что будет получить подарок. Можно будет. Вот, три магнитика уже собрали. А вот, вот мой подарок. Что у меня сегодня день рождения? Горячие роллы в подарок. Сет. Вот, роллов у нас
умотаться, салфетки, столовые приборы, палочки бамбуковые. Ну, конечно, мы ими не умеем пользоваться, я все никак не могу научиться. А так, вот, доставка пришла. Я пока не раскрываю особо, Ваня в огороде польет, потом уже, чтобы не остывали. Так, ну что, девочки, Ваня, как я уже сказала, поехал в огород поливать. Я ему говорю, пока я тут с духовкой, с этой вошкой, пока картошка у меня тут тушится, не могу как бы уйти из дома. Он говорит, ладно, пошел я сам полью пока. Вот. Картошка у меня уже вот только что выключила, приготовилась. Ну все, стол почти накрыт, осталось поставить горячее, роллы. Ну и все. Вот такой будет у меня стол, картошка с бедрышками. Роллы, бутерброды. Я хочу только роллы. Больше ничего не хочу. Ну, роллы с шампанским, конечно же, хочу. Так что жду Ваню. Время 7 часов вечера. Где-то, наверное, минут через 30 подъедет Ваня. Ну и будем усаживаться. Как я уже говорила, великого тут торжества, празднества не будет. Просто поужинаем, вкусненько поужинаем. Попьем чай с тортиком. У меня, конечно, фрукты есть в холодильнике, но я их даже не буду доставать, не буду даже нарезать, потому что никто их кушать не будет сегодня. Поэтому шампанское мое в холодильничке остывает. Жду Ваню, чтобы садиться за такой мини-праздничный стол. Вот такой, дорогие друзья, получился у нас скромненький столик. Роллы, бутерброды, картошечку. Я бы, конечно, это убрала, но Ваня будет сейчас кушать. Он такое любит. Шампанское. Очень вкусное. И Балтика нулевочка. Букетик шикарных цветов. Ой, прям очень шикарный. Букет цветов. Ну и вот такой вот стол. Сейчас с Ваней уже на подъезде. Будем садиться ужинать. Я не знаю, как ты, я хочу только роллы. Наверное, картошечку будешь, да, кушать? С курочкой. О, Белочка, ты что тут лапами своими? Ну, зацепилась, а? Че, с бахом отбирай? Нет, без баха. Люстру пожалей. Ладно. Пшик. Все, никак я не научусь кушать палочками. Как им едят, не знаю. Вкуснота. Ну что, давай за твой день рождения. Счастья тебе, удачи, успехов, здоровья побольше, денег, зарплаты. Спасибо. Какое холодненькое, вкусненькое. Накладывай себе что-нибудь. И что, ложку не положила? Если картошку будешь накладывать.
Дед Сус. Бери. Ой, вкусненько. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this world, damn lie. All this pain in those fine, fine eyes. Now the summer lies on my